это 40 на 40, да, труба? Угу. И прям вот жестко-жестко держится вообще. Ну, нормально, нет, точнее как. Вот именно вот, вот когда вот здесь установлена вот эта вот фигня. Удлинитель руля. А где? На контактах. То есть, когда вот здесь установлена вот эта вот фигня. Это для чего? Это удлинитель руля. Ну, в общем, есть, второй руль ставится. В общем, этот надо просто забивать. Этот. Вот здесь, то есть во время этого, во время поворота, сопротивлением рукой этот по повороту руля, создается мощное натяжение, которое выгибает слегка всю эту конструкцию слегка. То есть в результате, в результате... Крутит? Да, крутит. Не крутит, а выгибает. А, бок. Нет. Вверх. Ага. То есть в результате расстояние между рулевыми этими сокращается, угу. И колесо подруливает. И ты хочешь поставить усилитель? Наверное. Вот думаю, да, ладно, сперва это. Сперва там это, не нужно это. Просто вот тут вот отпилить. И вот эту отпилить. А, прям вообще вот эту отпилить, да? Да, это после тут был поворотный треугольник, но с таким углом не пойдет, потому что равновесие нестабильное получается. Нужно где-то вот так вот. Ну, хотя бы вот так вот. Но для этого там придется по-другому, потому что иначе, видишь, этот просто в шток не вставишь. То есть, а думал, ты так хочешь пока, колесо не сюда переставить? Да, у меня есть поворотный треугольник. Это в теории должно это уменьшить радиус поворота, то есть, в общем, улучшить маневренность. Плюс, если сюда поставить демпфирующий этот демпфирующий рулевую, есть такие, то при этом во время этого, когда это, допустим, если тебя в бок толкнет, uh-huh. этот воздушной волной, то есть это заднее колесо подрулит, плюс этот, и энергия это, рассеется именно в демпфере uh-huh. рулевой. Я читал статью там одного профессора по мото и велодинамике, как говорится, этот на мотоцикле не очень по мотоциклу работает, потому что там привод задний. А с передним приводом оно вообще должно быть идеально. Единственное, что сказать, что подвеска таким образом не получится. Слушай, это она разборная, чтобы возить можно было удобно, да. Везде. Чтобы можно было уместить в почту. То есть изначально, я изначально сразу предупреждал, давай разборную делать. Я, видишь, потом распиливал и делал. А сидушка сделана как бы под заказ, да, карбоновая? Синяя, а во-первых, не карбоновая, а стеклопластиковая. Стеклопластик, да. А во-вторых, она как бы стандартная из этих. Вот украинец один, Алексей Ганшин, он такой этот проповедник всякого ХПВ. Ну вот, у него делает собственные рамы, собственные кресла, там вот эти обтекатели даже, у него веломобиль сейчас. Прошу прощения, ХПВ это что? Human Powered Vehicle. Это, ну, в общем, все виды. Транспортное средство с приводом человеческой силы. Да. А, да, без контактов. Ой, лужа. Рамы опять получается, да? Не, нужно просто двигать кресло. Thank you.
тянешь левой ногой, тянешь левой рукой наоборот. То есть, потом можно это педалировать не упиранием, а больше загребанием вниз. Вот так вот. Загребанием ноги. Получается, еще и руки участвуют. Да. В педалировании участвуют руки. Ну, не очень много на самом деле. Но это если очень захочешь. Прокатись. Прокатись. Подальше и обратно.